Яш, к тебе можно? Нет, нельзя. Я не разрешал. Это совсем не дело. Да, я понимаю. Он... Не надо этого говорить, я тоже понимаю. Костя умер. Что дальше ты от меня хочешь? Уйди отсюда. Я прошу тебя, уйди. Это не дело. Бандит и Никита захватили город под свое руководство. Нам нужно что-то сделать. Как можно что-то сделать без него? Я потерял лучшего друга, а теперь ты мне предлагаешь что-то делать? Я не буду делать ничего. Когда ты уже поймешь, что наша команда распалась? А я так не считаю. Мы еще Рому даже не нашли. А вдруг с ним что-то случилось? Мне все равно. Я без Кости никуда, нигде не хочу быть. Уйди отсюда. Это кто? Кто там? Это от Никиты и бандита. Руки вверх. Пускайте в дом по-хорошему, пока не по-плохому. За тобой хвоста не было. Ну, как сказать, был, походу. Ну, ёлки-палки, так спокойно. Нам нужно взять оружие. Ну, вроде бы вот так. Идем. Пора навалять ему. Пошли за мной. Мы его застанем в засаде. Не бойся, все под контролем. Так, ну и где же вы такие блаженные? Не бойтесь, больно не будет, как и тебе. Отлично, я бы сказал прекрасно. Ну, это что с ним делать-то? Ну как что, убирать его отсюда вообще? Как бы это не наше. Катись по лестнице. Надо его убрать отсюда поскорее. Ладно, не плачь, Аня. Я готов вернуться. Слушай, как ты думаешь, а где репортерша? Да, от нее уже долго новостей нет. Может быть, покажут здесь? В общем-то, всем привет, с вами я, на связи репортерша Аленка. Что произошло за неделю в нашем любимом городе Брокхэм? Наши президенты Бандит и Никита продолжают вырубать тех, кто стоит на сторону Яши и Ани. Я лично за Никиту и Бандита. И что произошло на этой неделе? Яшка снял новое видео, кое-кто сломал спагетти и так далее. Давайте же приступим. А вы кто? Индюк в пальто. Босс будет доволен находкой. Нам нужно срочно спасти репортершу. Быстро за мной. Аня, я уже иду. Да-да. Да я удачно упал, все нормально. Все нормально было вообще-то. Стриги ту тупую бороду, она тебе не идет, а я думаю, что идет. Красавчик. Тихо, там кучу охраны. И что будем делать? Так, действуем так. Выламываем это стекло и душим их. Слишком жестко. Предлагаю просто побежать в соседнюю камеру и закрыться. А твой план достаточно неплохой. И... Ну вот, я говорил тебе, бежим в соседнюю камеру! Закрывай, закрывай! Срочно! Аленка, скорее, скорее, мы здесь! Что с тобой случилось? Они скоро выбьют дверь! Аленка, просыпайся, просыпайся, просыпайся.
А что было? Срочно, бежим через вентиляцию. Никаких вопросов. Просто бежим. Я за тобой, Алена. Эй, ребята, меня подождать. Я сейчас к вам. Бежим отсюда, бежим. Скорее, они вот-вот нас скоро догонят. Едем отсюда быстро и незамедлительно. Босс, Никита, они уехали, извините. Ничего страшного. Мы ничего бандиту не скажем. Самое главное, эта война, она впереди. Это только начало.